Дорогие друзья, в российском шоу-бизнесе появилась информация о том, что вчера вечером в Санкт-Петербурге на съемках фильма пострадал известный российский киноактер Андрей Чупченко. Каким-то образом, по своей личной неосторожности, актер попал под колеса автомобиля во время съемок фильма. На данный момент съемки фильма приостановлены, и актер находится в больнице с тяжкими телесными повреждениями. Оказывается, сотрудники полиции уже начали проверку. Подробностей пока никаких нету. Режиссер на съемочной площадке выключил мобильный телефон, чтобы не давать никаких интервью нашей прессе. Остается только ждать и надеяться на то, что виновные будут наказаны, а наш любимый российский киноактер Андрей Чупченко окажется вскоре дома, и с ним все будет хорошо. Поддержите, друзья, наш канал, подпишитесь на него, смотрите наши новости каждое утро, ставьте лайки, пишите комментарии. До скорых встреч, друзья, на нашем YouTube-канале.